Вы на этом канале часто видите обзоры на экипировку и вообще на оборудование для единоборств. Но сегодня у нас вещь. Вещь под названием хряк. Свинья, как ее ласково называют, ее владелец, хозяин, создатель. Что это такое? На самом деле, я открыл промоушен. У нас теперь есть наши бойцы, которые выступают, да, под Z-промоушеном. И я сделал такое объявление у себя на Фейсбуке, что ищу спонсоров, которые будут поддерживать команду. Одним из таких людей оказался мой друг Максим Могилевский, который занимается экипировкой компании Спорт. И он создал вот это. Вот это существует в одном экземпляре в мире. Покрути его. Обзор. Вот эта штука весит килограмм 50, наверное. И из себя является что-то скрещенного типа двух манекенов. И он очень широкий и толстый. И в первый раз, когда я его видел на фотографии, я думал, что это какая-то маленькая штучка по типу моей сумки там. Ага. Но когда приехал мой друг и привез его в машине, говорит, мне пришлось полностью разложить все сиденья, чтобы положить вот эту фигню. Я очень дико ржал, потому что не мог понять, что это такое. Оно еще было завернуто в каком-то, ну, это, в целлофане. Выглядело вообще непонятно, что. В общем, вот это вот нечто создано для того, чтобы его бить. Идея в том же заключается, чтобы готовить наших спортсменов к добиванию. То есть изначально цель данного хряка, вот, чтобы он вот так лежал. Вот так. На него залазишь. У меня, если честно, вот я за кадром залазил, у меня тупо растяжка, знаете, что у меня растяжка хреновая, у меня тупо растяжки не хватает полностью на него залезть. Ну, в общем, идея манекена разбивания. Вот он у нас был недолгое время, у нас реально там меньше недели, там дня три, я с ним немножко еще поработал, но я уже вывел определенные вещи, которые можно с ним делать. Mm-hmm. Первое, действительно, можно вот просто разбивать всяческие удары, просто очень классно, что здесь широкая такая подуха, и можно его бить по бокам со всех сторон, как бы. Типа, то есть у нас есть боковые удары, прямые удары, хаммер, ну, в общем, вся работа, которая происходит с обычным мешком, вот можно делать на этой свинье. Как мы ее, в принципе, по-другому, я не знаю, как это назвать, если у вас какое-то классное название для этой штуки. Это прототип, это единственное. То есть такая штука единственная в мире, и вряд ли где-то еще вот такая штука появится, если вы, конечно, не решите там, типа, такой же себе заказать у него. Я не знаю, сколько он стоит, он бесценный, у него нет цены, поэтому, ну, то есть, ничего про это не скажу. Но мы обнаружили еще некоторые удобные штуки этого девайса. Это офигенный стульчик. Это просто классный диван. Такое, работай, падла. Для тренера, чтобы не уставал. Да, не, на самом деле здесь очень прикольно работают всяческие переходы, да, то есть ты, он повыше получается, чем обычный мешок, да. И ты можешь тут всяческие моменты такие отрабатывать, там, контроль, ну, разные вещи. Вот, но в целом, даже не это его прелесть, потому что вот буквально, когда Макс зашел сегодня к нам в зал, пришла в голову безумно классная идея, ведь эта штука очень тяжелая, и если ее вот так вот поставить, давай тебе под удар, оба, то это прекраснейшая макивара. Да, это мега макивара, я, стоит тебе задуматься, Макс, если ты смотришь этот ролик, что, возможно, вторая голова не нужна, и просто сделать там платформу. Ну да. Бей. Это восхитительная макивара, которую может держать кто угодно. Она просто божественна. Ну, чуть-чуть подержи. Давай. Бомба. Я попробую. Ну, это как бы... Давай. Это шикардос. Его вот так бы отрезать. Вот это вообще можно убрать. И это получится реально очень удобный такой... Ты голову бьешь? Цыга круто. Шикардос. На самом деле, знаешь, когда держишь просто макивару, то иногда бывает такое, что пробивается. Но... А это вообще, тут можно не знаю, кого поставить. Ну, реально, если усилить стенку вот здесь внутри, ну, типа здесь, знаешь, такую-то, ну, он и так толстый, чтобы он вообще не сгибался, то это шикарнейшая вещь будет, типа что-то, как, ручку какую-то придумать такую. Не, ну, на самом деле, типа, удобно, что там кроссфит какой-то, да, там бросил, там его там что-то это. Ну, не знаю, как кроссфит, но... Перенес его. Переносить его, либо тянуть, но он тяжелый, реально неудобно. Ну, нормально, я бы привык бы. Ну, попробуй, что ты с ним еще можешь сделать? Поносить его. Ну, поноси, давай, я посмотрю на это. А, типа, ну вот, знаешь, там поднял. А, ну, перекатывать имеешь в виду, разве какие-то такие штуки делать? Перенес там куда-то, знаешь, там, где-то там колено бросил, перенес. Ну, что-то типа очень упитанного сэндбэга. Да. Очень упитанный такой, свинка сэндбэк. В общем, хотели просто поделиться игрушкой, а на самом деле еще сами до конца не знаем, что с ней можно делать. Да, если у вас какие-то есть вариации, все в комментарии пишите, и это будет
читать разработчик. Да, да, мы передадим всю эту информацию человеку. Возможно, у вас будут какие-то интересные ноу-хау для данного девайса. И название. Может, вы классное название придумаете, потому что у нас это хряк, свинья и как бы вот. Ну да, такое. Тяжело. Ну, можно еще так. Угомонись. Мы не во времена, правда? В ММА сейчас запрещено это делать. На самом деле штука реально прикольная. Вот в зале такая должна находиться. Итак, друзья, на самом деле у меня в зале очень много и часто появляются какие-то девайсы, у которых нигде нет вообще. Но по той причине, что я всегда люблю изобретать какую-то ерунду, и зачастую люди думают, ой, нафига тебе эта хрень надо, а потом, прикольная игрушка. В общем, если у вас есть безумная какая-то идея, которую можно воплотить в жизнь, то пишите об этом обязательно. Вдруг и вправду у вас очень крутая идея, и она может быть воплощена в жизнь, так же, как этот хряк, собственно говоря. Да, или, допустим, вы знаете, вот пользуетесь каким-то инвентарем, и вы знаете, вот хотелось бы то улучшить или то улучшить. Все это пишите. Обязательно пишите, да. Я буду это смотреть, потому что я зачастую очень часто контактирую с разными производителями и делаю под себя определенные игрушки. Ну, а мы, соответственно, сделаем на это обзор. Конечно. До новых встреч, ребят. С вашим авторством. Да. FUA – тот самый магазин для спорта.